Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня я хочу поделиться с вами интереснейшей, вкуснейшей закуской на лаваше. Эту закуску просто обожают мои дети. Уверен, также понравится и вам, и вашим близким. Начинаем готовить. Погнали! Нам понадобится одна половинка куриной грудки. Режем и измельчаем помельче. Сначала вот на такие вот пласты. Потом разрезаем на такие вот брусочки. И уже брусочки нарежем на кубики. Также нам понадобится 2 помидоры. Также нарезаю кубиком. Отправил сковородку на плиту. Добавляю растительного масла, примерно 2 столовые ложки. И отправляем жарить мясо. Мясо нужно прожарить до готовности. Курочка наша жарится уже 7 минут. Добавляю буквально столовую ложку соевого соуса. Перемешиваем. Теперь можно добавлять овощи. Добавляю помидорку. Также нарежем сладкий перчик, ароматный. Нарезаю кубиком, не слишком крупно. Добавляю перчик. И обжариваю буквально 3-4 минуты. Мясо с овощами всегда получается очень сочным, вкусным и очень ароматным. Отправляем еще одну сковородку на плиту. Добавляю тортилью, можно лаваш. Первым слоем у нас идет сыр. Добавляем нашу вкуснейшую начинку. Снова сыр идет. Сыра не жалею. Второй половинкой прижимаем. И все повторяем то же самое, что делали с первой. Все, и обжариваем с двух сторон. Давайте я разрежу, покажу, что получилось у нас внутри. Аромат на всю кухню. Ну что, друзья, пробуем эту вкусноту. Уверен, если вы приготовите это блюдо, ваши родные и близкие будут просить вас готовить еще, еще и еще. Очень вкусно, очень ароматно. Готовьте вместе со мной. Друзья, если вам понравилось, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.